лишь поймая твою волну на FM луны дорожки, погружаясь на глубину, задыхаясь с тобой под кожей, стайкой рыбок волнения дрожь, но магнитом зовет на север. Даже если меня ты убьешь, глубины страх навек развеян. Даже если меня ты убьешь, глубины страх навек развеян. И уже не боясь дышать в унисон с тобой лунным блюзом, тихо падаю в благодать притяжение минус плюсом, притяжению глубины доверяю, сдаю беспечность. Я же знаю, что моря сны нас оставят с тобой навечно, там, где жемчуга свет вдвоем, наслаждаться глубин творением. Просыпайся, я жду, идем, нас с тобой ждет погружение. Просыпайся, я жду, идем, нас с тобой ждет погружение. Ну вот мы приехали на Малуксу. Вот так вот она сейчас выглядит. Рыбаки на льду сидящие. Вначале нас было четверо. Потом нас стало двое. Еще один человек приехал сюда, посмотрел на лед и сказал, что вообще как-то я что-то не хочу нырять. И ушел от нас. Так что нас двое. Можно сказать, весна. Хотя декабрь месяц. Скоро Новый год. Радует. В общем, лед толстенный. Я даже в обычных ботинках не стремаюсь ходить. А вот наша майна. Будущее. Давай, попробую тебя сменить и попилить это дело. Давай, сними меня, как я тебя. Ну, давай. Сейчас, надо распилить дальше. Ну да, вот смотри, осталось вот так и так, крайне. Да, звезду сделать, чтобы тащить было легче.
Вот она, наша майна. Такой вот красивый лед бело-синий. Вот белое — это то, что вряд ли будет держать, а синее — это то, что 100% держит нормально. В общем, 10 сантиметров синего — это много. Это точно хватит человеку ходить. А тут еще и белое, которое все-таки чуть-чуть добавляет. В принципе, при такой толщине, думаю, что килограмм 500-600 он точно выдержит. Может и больше. Ну, машину я бы не стал рисковать. Ну что ж, перекусив, мы продолжим наши сборы. Главное, чтобы майна у нас не замерзла. Манометр и не взорвался. Да. У нас манометр, то есть шланг высокого давления, у Дениса почему-то решил подтравливать слегка. Выглядит стремновато. Ну, что есть, то есть. Заглушку не поставить. В общем, других вариантов нет, будем рисковать. Вместе будем ходить, так что не так страшно. А теперь у нас не стравливает клапан. Что-то у нас не задача, но не задача. Все равно мы их все решим. И таки нырнем. Что такое? Он так жалко не пищит. Вот она, наша страховка. Супер надежная. Ну что, пойдем собираться дальше. Товарищ, который нас будет вытаскивать, особо отважный. Еще чуть-чуть, и мы залезем в эту холодную воду. Нескольких отважных, на всю голову отмороженных, ныряющий с полностью отказавшим снаряжением. А бокап никто у тебя говорит, что где? Полностью, да, отказывающим. Снаряжение. Старающим. Да. Слушай, у кого-то что-то шипит. Желтый. Это, да. Ну, опять надо принести, полить. Нет, это встраивает регулятор. Что же это такое? Мерзкий шипит. Под водой это перестанет, там теплее. Там 4 градуса. Здесь 1. Чайком запахло. Угу. И хватит. Ну, пошел же, ради бога. Тут тебе не пляж с песком. Облегчить твою дорогу помогли пила и лом. Ноги в ботах, скрыто тело, в плиз приятно давит грудь. Мы под лед уходим смело, это многих славный путь. Здесь не найдет.
Побольше налить. Зажата веревка в кулаке, раздумывать поздно. А раньше летал я, как дурак, Китай и Таиланд. Как можно на лето променять ветра и морозы? Никак не понять, ведь я теперь подледный фанат. Вообще не понять, ведь я теперь подлёдный фанат. Как можно на лето променять ветра и морозы? Вообще не понять, ведь я теперь подлёдный фанат. Жёлтые пляжи, белые розы не канают никак. Кто не ныряет в снег и морозы, тот отстойный чувак. Каждую речку майной украсим хоть на пару часов. Дайвинг подлёдный — это для нас конкретных крутых пацанов. Ныряют все. Я тебя поснимаю. Любовь мою найдешь.
водою в травушке муравушки. Даже летом ползать тяжело. Как и найдешь, проси любой за бабушки. Хочешь, встанем на фрифло. Ох, и дана, дана, даны, даны, и даны. Дождалась у Майны я любимого, но кольца немного жаль. Ой, даны, ох, даны, дори, 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 дори. Ты ищи колечко бирюзовое, отдохни и снова в глубину. А не то я скобу твою новую за кольцом под лед швырну. Потерянных колец. Эх, а мы с тобой одной веревкой связаны. Я не брошу свой конец. Полностью стемнело, только наша машина на берегу и веревка ползущая Майна. Там вдалеке виднеются непонятные огни трубы, даже не знаю, видите ли вы их или нет. Скорее всего нет. И где-то вдалеке идет поезд. О, вот наш подледный дайвер возвращается. Свет из Майны. Ну чё? Как оно? 9 метров есть. Ага. Нашёл. Да там и 10 должно быть. О, красота. Счастливый человек. Вот затемно и закончили как раз. Да, да, именно. Сейчас так, как я и хотел. Сейчас сколько получается времени, сейчас гляну. Что, будем утаскиваться? Давай, да, с этого угла. Сейчас повешу этот фонарик. Ага. Тут бывает баллон, я тебя выдерну. Дай, говори, что с тобой дело. Закрывай баллон. Закрыл. Да нормально подыряли. Немножко косарака, да? Ну да, что-то сегодня отказов с наряжением было немало. Да.
Намутили как-то, веревка запуталась, и то, и пятое, и десятое. Веревка эпично запуталась. Да, весьма. Я таких запутал, не, даже не видел. Даже ноуфлай, смотри-ка. Кого еще? Ноуфлай показывает. Ну вот, практически собрались, переоделись. Вот у нас осталось несколько игрушек, с которыми мы хотим поиграться на природе. Например, лазер. Вау. Ух ты. Вау. Ха, красиво. Ох, как светится. Ну чё, Рождество? Вот как светит зеленый лазер, немного разведенный. Сейчас подойду, посвечу в лед поближе, что получится заснять. Вау! Не знаю, что тут передаст камера, света может ей не хватать, но светится бесподобно красиво. Вау. Ох, какая красота. Ух ты. Ничего себе, как бликует. Ох ты. Плохо показывает. В общем, светит он очень ярко. Ну вот до трубы достает. Да, так видно. Отлично. Да. Офигеть. Офигеть не стать. И в небо отражается. Даже там видно. Часть уходит под воду. Ух ты. Хе, круто. Я вижу дно. Угу. Прикольно так, да? Да. Фигачится дальше. Такая аномайна, в которую мы ныряли. Красотища. Вот аномайна. В свете лазера. Красиво. Да. Что? Вот такие вот они, светящиеся льдины. Сейчас оно будет царю. Соединяем наши огни, да, и начинаем поджигать, давай. Есть. Чекайте от меня. Соединяемся. Дружно, круто. Есть? Нету. Давайте, давайте уже. Есть? Ура! Ура! Ну что ж, с Рождеством нас, да, на фоне майны. Вот она, наша майна, с которой мы только что вылезли. Вот такие вот мы. Дайверское Рождество. Да, дайверское Рождество у нас. Такое вот оно, наше дайверское Рождество. Да. Ну вот, славно поныряв, устроив небольшой фейерверк, поздравив друг друга с Рождеством католическим,
мы закругляемся и едем в обратную сторону. Ну, сейчас еще попьем чайку. Вот. Всем, кто пьет чай, приятного аппетита. А вот она, наша дорога. Такой вот настоящей новогодней лесной дороге мы все-таки буераками темными пробираемся обратно. Сверху все разрушили, показалось мало. Акваланг придумали, грамотный народ. И теперь на 200 лет вдвое у коралла. Весь сюда голова из русских дайвер плывет. Эй, анимон и попугай замерли в тревоге, что ногами сломано, долго не вернусь. Этим русским дуракам надо все потрогать и еще куда-то заглянуть. Еще куда-то заглянуть. Русский море всем беда, верная примета. Им спокойно в триммер плыть, дикая тоска. Рыб не видно нифига, и кораллов нету. Их теперь и сам пусто не сможет отыскать. Эй, из конкретных пацанов, кто на курсах мучится, им бы розовым судьбу по хребту хлестнуть. Эй, прикрепили к беседе шланги, как получится, и с разбегу набежат и сели отдохнуть. И с разбегу набежат и сели отдохнуть.